В Ульяновском областном художественном музее рядом с балюстрадой расставлена изящная мебель в стиле Людовика XV. Она попала в музейные фонды из дома симбирского купца, фабриканта, мецената Николая Шатрова, где сейчас располагается дворец бракосочетания. Стиль Людовика XV, короля Франции, это стиль французского рококо. В это время отказались от строгой симметрии классицизма и помпезности золоченого барокко. Мебель, выполненная в этом стиле, превращала комнату в уютное гнездышко. Она стала удобнее для человека, более комфортной. Появилось множество самых разных предметов мебели, таких как консольные столики, на которые можно было поставить фруктовницу и легко придвинуть к маленькому диванчику. Стулья и столы в стиле Людовика XV заметно ниже, чем современная мебель. На таких стульях было удобно сидеть дамам в пышных платьях. Они сделаны из дерева, покрытого позолотой. Таким образом создавался эффект золоченой бронзы. Обивка, как правило, была из бархата и велюра постельных тонов. Ножки, изогнутые с S-образным двойным изгибом, еще называли кабриоли, что с французского означает «козленок, вставший на дыбы». Вся мебель украшалась различными орнаментами с растительными завитками или причудливыми изгибами раковин.